Корпорация развития республики упаковала новый бизнес-кейс по созданию цеха переработки дикорастущих плодов. Инвестиции в проект оцениваются в 85 миллионов рублей, включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. Для его реализации уже подобрана площадка в Стерлибашевском районе площадью в 0,5 гектара. Это место богато ягодами и грибами. В бизнес-предложении инвестор найдет финансово-экономические показатели и предлагаемые меры господдержки. К ним относятся предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и предоставление гранта фермерским хозяйствам. На всех этапах до запуска проекта инвестора бесплатно будет сопровождать Корпорация развития республики. Срок окупаемости проекта составит 3,5 года при ежегодной выручке от реализации продукции 112 миллионов рублей. Мощность производства оценивается в 314 тонн замороженных и сушеных ягод и грибов.